Друзья, вы, наверное, забыли об этом, так я напомню. Это случилось 9 декабря вечером 2009 года. Has been circled by a UFO. Well, that's if you believe a video which has soared to the top of YouTube's Russian website. The pictures, apparently shot from a passing car, have become an online sensation. Another YouTube clip filmed during daylight shows a fuzzy grey object on the skyline near Red Square. Skeptics, however, say that if the images were real, the public would have reported sightings to police, who are currently making no comment. Yeah. Это все полная ерунда. А если это была операция покровителей Земли 10 лет тому назад, в 2009 году? Операция по замене, как ходит, как постоянно об этом твердят в интернете. Этих фильмов уже тысячи о подмене руководителя России. И с каким результатом, ну, вам судить. Если до 2009 года был один Владимир Владимирович, то что же было потом, сами судите. Хотя, не знаю. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разрешите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Готовы рискнуть всем, даже самым дорогим, жизнью для... И все-таки, уважаемый господин Душенов, может, это действительно было? Я бы даже сказал, полная хрень. Простите, мой французский.